В этом видео разберемся, на каких темках сможет заработать абсолютно любой человек в 2024 году. А также дам вам все пруфы с заработком и с выводом денег, само собой. А те, кто досмотрит этот видос до конца, узнают, где найти моего нового собственного телеграм-бота для заработка. Погнали! Начнем с темки, с помощью которой вы сможете за отзыв о товаре на Wildberries получить стоимость этого товара в реальных рублях. Вот, например, смотрите, наушники стоят 1000 рублей, оставив на них отзыв, вы можете получить эти же 1000 рублей. За, например, этот телефон можно получить 5000. Да, за один отзыв 5 кусков. Если уже интересно, ставим ролику лайк, показываю все в деталях. Начнем с того, чем больше у любого товара положительных отзывов, тем больше у него покупателей. Вот видите, например, у этих телефонов по 4, по 3000 отзывов, и они всегда в самом верху. Но накрутить вот эти отзывы откуда-то извне просто нельзя, потому что этот товар необходимо обязательно купить, чтобы отзыв оставить. Продавцы это понимают, и чтобы сделать больше продаж, они предлагают покупателям вернуть стоимость их товара за оставленный отзыв. Конечно, так делают далеко не все продавцы, об этом знают немногие. И у меня для вас есть, друзья, целая пачка телеграм-чатов, где вы можете найти очень много продавцов, которые хотят продвинуть свой товар за деньги, то есть за отзыв. Эту подборку, друзья, телеграм-каналов составил мой подписчик, который сам на этом поднимает уже довольно давно хорошие деньги. Поэтому я эту подборку и его контакты оставлю у себя в телеграмчике, подписывайтесь, у меня тут много полезной инфы для заработка без вложений. Итак, в этих телеграм-каналах, друзья, просто находим товары, которые вам понравились. Вот, например, смотрите, да, написано «кусачки для ногтей», они стоят 370 рублей, кэшбэк для вас 100%, то есть они нам достанутся за 0 рублей. И я советую выбирать только те товары, которые вы легко сможете перепродать. Например, это могут быть там аксессуары по типу сумки, наушники и так далее, разная техника, разная там декорация для дома и так далее. Если это какие-нибудь продукты, это может быть энергетики, все, что вот упаковано, как бы, да, или, например, какой-нибудь мед, потому что он вообще никогда не пропадает. Кстати, именно на меде мой подписчик, который эту схему дал, заработал свои первые деньги. Вот, кстати, даже есть пруфы. Он для теста просто взял одну баночку и получил за нее, по-моему, там 280 рублей. Прикольно. Но подождите, про деньги пока рано говорить. После того, как вы нашли подходящий товар и продавца, надо, друзья, этого продавца проверить, а реально ли он платит, или он какой-то просто скамер и что-то тут обещает непонятное. Для этого мы, друзья, для вас подготовили еще одну пачку телеграм-чатов, где вы можете пробить любого продавца и узнать вообще, платит он, если да, то как быстро и все подобное. Например, да, вот здесь какой-то есть продавец, копируем его логин, заходим в чат «Черный список», здесь вбиваем логин. Если отображается этот человечек, то читаем о нем отзывы, положительные они или отрицательные. Вот смотрите, опаньки, за те же самые, да, как раз кусачки, отзыв получили. Дальше, опаньки, 100% все вернул. Дальше, 100% вернул. Следующий, ножницы брали, тут вопросики какие-то. Так, вы что у него брали? Да, вот платят, тот. Короче, все кайф. Итак, продавца нашли, но сразу бежать на Wildberries и заказывать его товар не надо, потому что сначала надо получить инструкцию от продавца, как это правильно сделать. Поэтому мы переходим к нему в личку и просто пишем: «Здравствуйте, хочу заказать товар, получить кэшбэк за отзыв, что для этого нужно?» На самом деле инструкции очень простые, вам надо просто заказать товар на Wildberries, оплатить картой, его забрать. И при получении, когда уже пришли домой, обязательно надо будет порвать штрих-код, а также сделать фотку порванного штрих-кода и самого товара, который вы получили. Вот опять же, мой подписчик сотни раз это уже делал и скидывал скрины своих переписок с продавцами после уже получения товаров со всеми этими штрих-кодами и прочим. И да, друзья, будьте внимательны, некоторые продавцы возвращают сумму сразу этого кэшбэка, некоторые только там спустя 1-2 недели, и это вы опять же можете узнать из вот этих черных списков. Но самое главное, что делать с этими полученными товарами? Первое, можете пользоваться сами или там кому-то подарить, они же вам достались по сути на халяву. А второе, так как мы, друзья, с вами заказывали товары, которые можно легко потом продать, а не, блин, трусы или стринги, то поэтому мы сначала идем и продаем их либо на Авито, либо, друзья, продаем их на барахолках вашего города и продаем за ту же самую сумму, либо даже меньше. Чтобы найти кучу барахолок вашего города, достаточно просто написать там сайты, точнее объявления, и добавить ваш город, либо барахолка, добавить ваш город в город и так далее. И да, поиска в Телеграме обычно уже достаточно. Либо, друзья, есть несколько специальных сайтов, где можно найти целые разные подборки и каталоги чатов,
для каждого города, для разных категорий, разных объявлений. И да, большая часть, друзья, этих сайтов абсолютно бесплатная, поэтому пользуйтесь. Для поиска можете просто написать каталог чатов Telegram. Итак, друзья, проворачивать эти товары вы можете сколько угодно раз, но если вы заказываете один и тот же товар и хотите постоянно с него получать 100% кэшбэк, то создавайте несколько аккаунтов, потому что, вот как видите, по правилам Wildberries на один товар можно оставлять только один отзыв с одного аккаунта. Но мне пришла, друзья, еще более гениальная идея, как на этой темке можно зарабатывать, при этом не заказывая эти товары самостоятельно. Сейчас все расскажу. Но перед этим, темщики, вопрос к вам. Наверняка многие из вас уже слышали о тренде криптоарбитража. Практически ежедневно сейчас появляются в сети новые криптообменники. На сайте BestChange мы это можем активно наблюдать. Для того, чтобы продвинуть повыше себя в рейтинге и получить больше клиентов, эти обменники идут на ухищрение и делают плюсовой курс монет за свой счет. То есть в одном обменнике вы покупаете крипту за $10, в другом продаете ее за 13 и получаете выгоду. И опять же, всю эту выгоду видно на мониторинге BestChange. Но сидеть и сравнивать эти курсы вручную очень долго, неудобно, да и практически невозможно. Поэтому специально для вас есть канал CryptoProfit. Парни из CryptoProfit разработали специальный софт, который ежедневно работает в поисках выгодной пары на обмен. Благодаря парсингу мониторинговых сервисов, как только команда видит обменник с положительным курсом в сторону пользователей, они сразу же самостоятельно освежают несколько тестовых заявок. И после удачных обменов они публикуют информацию с видеодемонстрацией в своем канале под названием CryptoProfit Start. Так что, друзья, здесь вы точно ни одной такой сделки не сможете пропустить. И в каждой подобной сделочке можно зарабатывать вообще в легкую от 3 до 8% прибыли. Ну а благодаря каналу CryptoProfit можно совершать, да блин, хоть десятки таких сделок в сутки. Только представьте, какой буст это может дать вашему депозиту. Ну а, друзья, ссылочка на их канал будет под видео. Обязательно подписывайтесь. Итак, как же заработать на этой темке с помощью моей вот такой вот гениальной идеи? Просто, друзья, узнаем у своего друга или там подруги, какой ей нравится продукт из тех, что есть у продавцов, которые платят кэшбэк. И просто ей говорим, что за любой такой вот заказанный товар я верну тебе 50% от его стоимости. Она заказывает товар, скидывает вам его фотки, вы, соответственно, отправляете все фотки продавцу и получаете за это кэш на карту. 50% отправляем подружамине, там вашему дружочку, 50% берем себе, и ваш знакомый с дисконтом получил товар, и вы при этом прибыли. Следующий способ заработка основывается на моем новом телеграм-боте, который называется Ringo Platit. Суть в том, друзья, что вы просто ищете способы заработка в интернете, присылаете их боту и получаете за это оплату. Вот как это работает. Нажимаем на кнопочку «Заработок» и сначала отправляем только название метода заработка. Представим, что вы нашли какое-нибудь там приложение для пассивного заработка, вот оно называется Bitlexer, и вы отправляете такое название. Следующим уже сообщением отправляем ссылку на это приложение, на этот там сайт или способ заработка. Дальше заявочка с этим методом заработка создается и улетает в обработку. Дальше моя команда, друзья, проверяет этот способ, то есть подходит он для моего канала, для видосов или нет. Если подходит, то вам бот об этом сообщает, и вы сразу же получаете за это оплату. Если отмена, то вам напишут, почему именно отменили. В бота вы, друзья, можете присылать вообще все, что угодно. Приложения, сайты, схемки, те же самые темки, криптопроекты, всякие трендовые методы заработка, которые актуальны какое-то непродолжительное время и так далее. Если вы нашли какую-то схему заработка, то советую, друзья, оформить ее на сервисе Teletype или Telegraph, показать там все скринами, ссылками, это можно сделать аккуратно. Затем копируем ссылку на, соответственно, эту темку и просто в бота отправляем уже схему заработка на эту статью. О том, друзья, сколько мы платим за эти способы, как вывести деньги, вы можете узнать вот в этом коротком видео, которое встретит вас, когда вы запустите бота. Вот такая, друзья, темка заработка на том, как вы ищете темки для заработка. Звучит интересно. Ну а если вы, друзья, хотите стать настоящим темщиком, то вы должны уметь зарабатывать на сезонных трендах. Сайт Google Trends говорит нам, что каждый год в мае и июне тема ЕГЭ становится супер-супер популярной, и не зря, ведь прямо сейчас все школьники сдают экзамен. И, друзья, следующий месяц, то есть весь июнь, эта тема будет супер хайпить, и на этом можно заработать несколько сотен тысяч рублей с полного нуля.
Приступаем. Большинство школьников до жопы боятся этих экзаменов и каждый раз ищут способы списать. Многие из учеников покупают готовые ответы, заучивают их. Кому-то это, естественно, помогает, но кого-то ловят. И вы спросите, ну где они находят ответы? Ну, как бы, друзья, есть интернет, и любая информация все равно сюда пробивается. Конечно, воровать ответы и заниматься там прочей чернухой мы не будем, потому что эти ответы сливаются бесплатно во многие телеграм-каналы. Но бесплатные ответы обычно некачественные или вообще фейковые, поэтому советую вам самостоятельно купить ответы в хорошем, проверенном телеграм-канале с огромным количеством реальных отзывов. Поверьте, это стоит копейки. Если мы покупаем ЕГЭ по математике, например, за 500 рублей, ставим цену 100, нам надо всего 5 продаж, чтобы выйти в ноль. А я, друзья, вам покажу, как генерировать десятки продаж в день, тем более в июне. И, друзья, продавать эти товары мы будем через специального телеграм-бота, куда мы подключим оплату, и он будет автоматически выдавать товары, и нам даже самим не придется ни с кем общаться. Итак, сначала заходим в бот Фазера. Это официальный бот от Телеграма, чтобы создавать других ботов. Пишем ему здесь команду new bot и даем нашему боту название. Например, ответы ЕГЭ и ОГЭ 2024. Дальше придумаем ему ссылочку и в конце обязательно дописываем бот. Бот, друзья, у нас готов, но, как видите, после запуска ничего здесь не происходит. Для этого нам в бота надо добавить магазин, где и будут продаваться наши ответы. Мы для этого идем на сайт bot.t, где можно создать любой вообще магазинчик в Telegram-ботах. Регистрируемся. Дальше здесь напротив бот цифровых товаров автовыдачи. Нажимаем создать бота и здесь снова создать. Дальше возвращаемся в бот Фазера, и он нам выдал вот такой вот токен нашего бота, поэтому его копируем. И вот сюда мы все это дело вставляем и жмем снова создать бота. Итак, мы будем продавать эти ответы в виде текстовых файлов. Сначала их находим или же покупаем и сохраняем где-то у себя на компьютере. У вас их может быть много-много штук по разным экзаменам. Дальше на сайте bot.t нажимаем товары и категории и создаем новую категорию товаров. Например, это ответы ЕГЭ 2024 год. Добавляем. Дальше жмем добавить товар. Здесь выбираем не уникальный товар, потому что мы один и тот же товар будем продавать бесконечное количество раз. И даем название, то есть по какому предмету и что человек получит после оплаты, нажимаем добавить. Дальше вот здесь мы устанавливаем безлимитное количество продаж этого товара, а цену ставим любой, от 50 до 100 рублей, я поставлю 100, и дальше загружаем сам файл уже с ответами. Дальше бота можете немножечко облагородить и подготовить, нажимаем посмотреть шаблон, и здесь просто, друзья, удаляем вот эти лишние кнопки, которые предназначены для того, чтобы под ними скрывались какие-то разные другие ответы. Вот, оставляем одну кнопку и просто ее переименовываем в кнопку «Купить». Все. И, друзья, вот так уже, смотрите, предварительно выглядит наш бот. Друзья, обязательно ставьте лайк, я уверен, что вы даже не знали, что такие вот боты создаются настолько просто. А теперь пошлите добавлять сюда способы оплаты. Для этого идем вот в раздел как раз-таки способы оплаты. И смотрите, имея бесплатный тарифный план на этом сайте, вы можете добавить только U-Money. То есть деньги будут автоматически приходить к вам в U-Money кошелек, и вы будете их выводить куда угодно. Вот, также здесь есть, вот видите, Lolus Market и Cryptomus. Cryptomus — это прием оплаты криптой. Вот, все остальные платежки, там вот видите, всякие Prikasa, Payr и так далее, или там даже есть Tinkoff Pay, Сбербанк Pay, они доступны только если у вас платный тариф на этом сайте. Поэтому можно использовать, естественно, бесплатный тарифный план, этого вполне достаточно. И в таком случае, друзья, если кто-то оплатит заказ на вашем боте, то вы, друзья, получите оплату прямо на баланс здесь, на сайте bot.t. Ну и дальше уже, друзья, вот здесь во вкладке пополнения списания баланса вы сможете вывести деньги на ту платежку, с которой вам оплатил пользователь. Например, он оплатил с U-Money, вы это только на U-Money сможете вывести. Таким образом, вы можете добавить намного больше категорий и разных экзаменов, чтобы было больше шансов продать. Но вопрос, кому продавать? Я думаю, ответ очевиден — школьникам. Первый способ, друзья, это найти телеграм-каналы школьников. Наверняка у каждого из вас есть знакомые или, может быть, даже одноклассники, одноклассницы со своими небольшими каналами, где сидят там по 100-200 человек, их там друзья, школьники и так далее. Чтобы такие каналы найти, просто пишем абсолютно вот там, не знаю, какое-нибудь любое имя, фамилию девушки, парня, и просто вот так вот пробиваем каналы. Здесь
Сори, здесь видно, что это не школьница, да, ну, здесь, короче, можно вот так вот покликать и что-то да найти. Просто предложите прорекламировать вашего бота у них, такой пост будет, блин, стоить 50, 100, 150 рублей максимум. Или предложите, например, 30% от продаж. А второй способ, это, друзья, конечно же, ТикТоки. Наверняка вы сейчас начинаете видеть в ленте видосы, где уже рекламируют ответы на ЕГЭ, ОГЭ и так далее. И самый простой способ, это делать точно такие же видео, которые уже залетели. Либо, друзья, вы можете просто находить те ролики, которые уже залетели, и их перезаливать. Да, шансов, что оно залетит, намного меньше, но зато мучиться и не надо. Таким образом, имея хотя бы 8-10 продаж в день, вы уже будете зарабатывать до 1000 в сутки. А если реально раскрутить бота немного сильнее, то там на вторую-третью неделю июня, когда активно идут экзамены, друзья, будет самое большое количество продаж, оно может достигать и 5, и 10 тысяч в сутки. Ну что, темщики, раз вы досмотрели до этого момента, значит, вы точно заработаете, потому что настоящий темщик знает, что самые прибыльные темы — это находить всякие лазейки, дырки и баги на разных сайтах и приложениях и использовать это в свою пользу, зарабатывая кучу бабла. И сейчас, друзья, такую лазейку вам покажу на примере сайта SurfBee, где по задумке пользователи должны просто зарабатывать, смотря YouTube-ролики. И перед тем, как ее показать, друзья, как вы понимаете, выпуск уже получился огромным и насыщенным, поэтому лайка жду от вас, от каждого, и показываю. Итак, на этом сайте все пользователи зарабатывают очень простым методом. Смотришь ролик и получаешь за это оплату. Вот какое-то видео, мы его просто запускаем, 30 секунд смотрим. Дальше проходим здесь простую капчу, все, оплата получена. Тут написано 0,005 долларов, то есть это там, грубо говоря, меньше, чем пол рубля. И так можно, друзья, зарабатывать там 50-100 рублей в день, дальше просто надоедает, однотипные действия. Но, как видите, у меня на балансе здесь уже 1500 рублей, как я их заработал? Сразу скажу, на полном пассиве, сейчас все вам покажу и эти заработанные деньги, естественно, выведем. Далеко, друзья, немногие знают, но если промотать вниз, вы можете найти расширение этого сайта, с помощью которого можно зарабатывать на просмотре рекламы. Чтобы это расширение установить, например, на компьютере, вы должны использовать браузер Google Chrome. Но на телефонной версии Google Chrome ни одно расширение не работает. Зато они работают в браузере Kiwi, поэтому его скачиваем и тут авторизуемся уже в SurfBee. Дальше нажимаем расширение, вот открывается страничка с расширением, мы просто его устанавливаем прямо в наш браузер. И теперь просто вот здесь во вкладке расширения мы берем его и включаем, вот оно у меня уже включено. Теперь мы, друзья, просто идем на, например, там любой сайт, главная страница Гугла, и смотрите. Когда вы будете вообще на разных сайтах сидеть, то у вас снизу будет появляться баннер, за просмотр которого вы будете получать оплату приблизительно как за YouTube ролик. Вот, просто кладем телефон, и таким образом сейчас появится 1-2 баннера друг за другом, и все. Но, друзья, если оставить телефон надолго, расширение подумает, что вы ушли, и не будет вам показывать рекламу. Но, друзья, мы же темщики, поэтому мы должны сделать вид, что мы как будто все еще сидим в этом браузере. Поэтому, друзья, мы в Гугле пишем reload page extension, что в переводе означает расширение для перезагрузки страницы. Открываем абсолютно любое, они все бесплатные, супер простые и понятные. И давайте сейчас тоже его установим. Вот, нажимаем установить. И все, друзья, когда это расширение включено, то теперь каждые 30 секунд страница Гугла или любого другого сайта, который сейчас открыт, будет благодаря этому расширению автоматически обновляться, и вот этот баннер будет показываться вам всегда, даже когда вас нет на месте. Таким образом, зарабатывают многие мои подписчики, потому что я об этом методе рассказал еще года 2 назад, сам периодически тоже, как видите, его вот здесь запускаю. Ну, а, друзья, обычные люди сидят и там дрочатся с этими YouTube-видосиками, а мы, темщики, замутили такую тему. Пожалуйста, за такие слова меня не хейтите. Ну, блин, пожалуйста. Ну, а сейчас давайте вводить 17 долларов, которые у нас есть. Давайте это сделаем с помощью пейера. Максимум за день можно вывести 10 долларов, поэтому давайте мы 10 баксов и выведем. Заявка на вывод создана. И вот, друзья, практически не знаю, сколько прошло, но, в общем, 9 долларов 90 центов прилетели на пейер кошелечек. И также, друзья, посмотрите еще одно видео про интересную темку для заработка на нейрофотках. Но на этом все. Пока.